«Дезертир» и сайт videogameplay.ru представляют. Так, ты иди сейчас. Так, окей. Как-то здесь очень уж темно. Тихо и спокойно. Тихо, мать твою, и спокойно. Просто проходим вперед. Гроза. Окей. Дети видят все далеко не так, как оно есть. Как оно есть на самом деле. Почему мы постоянно находим наши рисунки? Какие-то ниндзя, хрениндзя, наш кубик. Мама где-то там. Так, опять-таки нам надо... каким-то чудом притащить туда. Мебель, чтобы открыть дверь. Так. Это просто... одежда. Так. Почему мне кажется, что эта швабра может упасть? Окей, гроза. Гроза. И часы. Тикающие гребаные часы. Ясно. Нам просто надо опять забраться наверх. Для этого нам надо еще и выдвинуть последнюю. Просто забирайся. Так. Забирайся выше, вот сюда. Открывай, собственно, вот эту дверцу. И ты почти добралась до маминой комнаты. Ни на что не обращай внимания, деточка. Просто залезай наверх. Все хорошо, ведь здесь чисто в теории лежит твоя... мама.
Просто лежим, не двигаемся. Чисто в теории здесь все тихо. Хорошо, стоп, там поет мама. Но почему мне кажется, что там не мама? Мать твою, что это было? Сука! Сука! Тварь! Я ожидал что-то подобного, но... Мать твою! Ясно? Стоп, что здесь? Что такое? Оу. What is this? Не знаю. Наверное, это что-то. Can you see your reflection? It's her, but it seems more like a memory. Стоп, мы куда попали? Используйте, чтобы открыть инвентарь. Скажите мне, пожалуйста, где этот грёбаный инвентарь, потому что я не в курсе. Ага, не таким образом. Летаем! Are you all right? Живой пока вроде бы. Оу. Ты с каким хреном от меня отцепился, идиот? What is this place? Это что-то странное. Определенно это что-то странное. Так, подползем. Нормуль. What's that doing here? Домик ведьмы, нет? Блин, ну играть за двухлетнюю девочку, это как-то... Это... Is it locked? I might be able to open it from the inside, if you help me up. Да, лезь давай. Listen, there it is again. It sounds like it's coming from behind this door. Вообще, мне кажется, что лучше на самом деле не открывать эту дверь. It seems like these are connected somehow. Ага, соседи, смешно он сказал, что они как-то связаны. Чё, ты дурак, что ли? Maybe it requires some sort of key. Is there anything we can use? Так, ну там через последнее сохранение. Это присесть, прилечь. А, вот. Вон он, как инвентарь, но непонятно, как класть. А, вот так класть.
Окей. Мы положили это. Что это вообще? Что-то непонятное. Так вот, давайте закроем дверцу. И повернем. Why didn't it open? Let's find a way to open it. Потому что, наверное, не хватает еще ключей, нет? What did you find? It's rather small. But it looks like my paws might fit. Ну так. Aha. It's a button. Кажется, зря. Серьезно, кажется, зря мы это делаем. The memory you share with her unlocked the door. Откуда у нас с тобой общие воспоминания? If we can find more memories like this, it might bring us to her. It looks like we need three more. I wonder where this will take us. And to be honest, it scares me a bit. But don't worry. I'll do my best to keep you safe. Pick me up whenever you're ready to go. Да я вроде бы готов идти. Твою же мать! Так, хорошо. Давайте мы просто пролезем туда, вперед. I hope the memory is close by. Так, вставай уже. О. Еще попали в какую-то непонятную хренотень. Девочка у нас, по-моему, прыгать не умеет. А вот, кажется, и воспоминание такое. Вопрос, правда, в том, что это за воспоминание. Воспоминание о какой-то карусели или что это, я не знаю. Ладно, правда, пока бежим. Пока ничего страшного здесь нет. Собственно, кроме нас самих. Whoa, over there. It looks like another memory across that bridge. Так, хорошо, что мы сейчас вытащили? Я слышу крики детей, кстати. Горка, мать твою! Is there a way up this tower? Не знаю, но я хочу выкопать лопатку. Да, могу вытащить лопатку. Круто. Ладно, пусть валяется, пока нам еще пригодится. Что это за совы? Типа нужно больше сов или что? Так. Ой, мы упали. Дети ржут над нами. Еще одна сова. Ха-ха-ха. Я мастер по-по-по-по-по-по. Shh.
Окей. Хотел сказать, что я мастер по поиску сов, но окей, ладно. Я промолчу. Как-то здесь стало темновато. Видимо, когда девочка часто вздыхает, это значит, что она боится. Ну, мне так кажется. Так. Ну вот чего здесь бояться, я прям вот даже не понимаю. Ну, кроме того, что бояться стоит всего, чего здесь бояться? Серьезно. Так, нет, туда можно. Да. Забыл что-то искать на другую кнопку. Нам надо. Так. Здесь, девочки, определенно темно. И стрёмно. Поэтому Мишка нам здесь необходим. А надо ли нам внутрь прыгать? Большая сова. Большая сова. Там есть маленькая сова? Так, эти рисунки я, кстати, уже видел. Они воруют из моего дома рисунки. Это нечестно. О, здесь не одна большая сова. Их здесь много. Так. Ходу выбора нет. Прыгаем.